Что такое любовь? Это когда друг друга любят. Чем проявляется любовь? Ничего. Любовь – это когда кто-то любит друг друга. Цветы дарят? Нет. Нет? Один нравится мальчик Паша в школе. Он на меня не обращает внимания. Что такое любовь? Любовь – это когда мужчина женщине дарит цветы и приглашает на свидание, ну, предложение дает. Но они любят друг друга. Любовь – это когда ты не чувствуешь себя одиноким. Любовь – это теорема, которую необходимо доказывать каждый день. Любовь – это когда за тебя переживают и заботятся. Ну, я считаю, что любовь – это когда тебя понимают. Какая любовь? В чем проявляется? Ну, это самое нижнее чувство, наверное, да? Ну, которое испытывает близкому человеку, то есть к жене, к детям. Любовь – это такое, когда ты ничего не замечаешь, когда любишь, даже если тебя не любят. Вот, это все, это мир, это твой мир. Если человек любит, он счастлив от того, что он любит. Это счастье, можно сказать, можно сказать горе, если нет взаимной любви. Но если любовь, то это все, девочки, это мир. Это весь мир заполнен вот этим человеком. Если любить, то просто любить. Там не считается за красоту там или что, нет. Любовь – это самая лучшая вещь на свете. Что такое любовь? Любовь, во-первых, спасет мир. Любовь – это прекрасное чувство. Я желаю всем большой любви накануне праздника Дня влюбленных, чтобы все люди в мире были счастливы, потому что любовь – это такое чувство, которое, ну, необъятное, неописуемое. Это что-то хочется летать, когда ты любишь, когда рядом любимый человек. Я желаю всем любви, счастья, благополучия и, конечно же, здоровья. У армянского купидона вместо стрел шампуры. Бармен, еще текилы. Не вопрос. Добрый вечер, Вадик. Привет, Ара. Вальчик, а скажи, у вас какие-то сегодня в меню изменения или что? В смысле? А что это за блюдо дня сидит за столиком справа? Почему блюдо дня? Адекватное вроде. Ты посмотри, как она чавкает. Арам-ням-ням. Арам-ням-ням. Вальчик, а микрофон работает? Так, Арам, давай не будем, а? Если тебе еще эта руку сломают, я тебя больше не поведу в травматологию. Этот муляж женщины я чисто случайно разгрузил. Вадик, давай мою короночку, а? Так, Арам, она уже вторую бутылку текилы заказала. А ты знаешь, какая у нас текила? Конечно, ее так и называю Баба-Бум. Раз-раз. А этот музыкальный подарочек звучит для прекрасной девушки за правым столиком от ее судьбы Арамчика. Из окон ресторана на бульвар вечерний вылетает музыка, пугая голубей. За соседним столиком ты сексуальным жестом стряхиваешь крошки с распущенных кудрей. Все такая обалденная, вижу, как ты салат жуешь, вижу, из оливок пьешь. Отодвинул стол, выдвигаю свое тело на затоптанный танцпол. We'll be right back.
Заметила я тебя. Еще чуть-чуть, это было бы все зря. Отдыхаешь? Не планировал, но кажется, надо. Хорошо танцуешь? Спасибо. Сам не ожидал. Талант его же не скроешь. Ну, талант, приглашай даму на танец. А уже надо, да? А вы идите. Я сейчас с инфарктом договорюсь и догоню вас. Смотри, не отстань. А, чтоб Арам отстал от женщины. Сквозь туман кальяна, силуэт размытый, словно из пучины всплывает бегемот. Хотела поломаться, но не дает тегила, и тело бесконтрольно двигает вперед. Сейчас я дожую салат, но вы поднимайте зад. Помоги мне встать, пекло туфли, тело хочет танцевать. Я тело, 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 тело. Я знаю тело, пропускаю тело. Я тело, 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 все мое тело. Мозги отдельно и отдельно тело. Ну что, размяла свои чакры, красавица? А ты уже с инфарктом договорился? Да, я с инфарктом договорился, он сказал, попозже придет, он свой пацан. Ну что, поехали? Поехали! Thank you.
каждый раз я вспоминаю детство, помню наше место. Пошли потанцуем, ты знаешь, детка, я не ревную, я просто хотел увидеть твой взгляд. Слышь, малая, я тебя кахаю, ты такая вот такая, сердце полыхает. Это любовь. Малая, я тебя кахаю, ты такая вот такая, сердце полыхает. Эй, малая, я тебя кухаю, без тебя не могу я, без тебя тревожно мне. Я говорю, я просто на эти танцы, когда заплываю, я ее вижу, ну, да, я да. Таю, Вася. Это, ну, она просто дыхание останавливается, дерево. Вот когда, ты же знаешь, как бывает, знаешь, там, раз-раз пропустил удар, два, а бывает в грудь дадут один раз, что на выдохе замерзаешь. Вот у меня с ней так же. Такая на же. Тех танцах она стоит, я когда ее вижу, ауф, нокаут. Ну что, идем? Получали. Поехали. Парнишка во дворе с гитарой затянет песню, что рвет душу. Девчонка рядом молодая, он к ней совсем не равнодушен. Day after day, and I slowly